Чтобы защитить здоровье севастопольских детей, им необходимо в кратчайшие сроки сделать прививки от гриппа. Такую позицию высказал заместитель руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Роман Проскурнин. Пока еще нету роста заболеваемости среди детей, хорошая погода, отсутствует превышение эпидпорога, мы обратили внимание на прививки против гриппа. Среди детей активизировали эту работу, потому что она пригодится потом, когда будет рост заболеваемости, чтобы дифференцировать это все мероприятия. Исполняющий обязанности заместителя губернатора Александр Кулагин сообщил, Севастополь получил необходимый объем вакцин от гриппа. У нас сейчас усилены бригады, сделано расписание, то есть вообще, поскольку это считается таким задачей формирования коллективного иммунитета, это такой эффективный путь, то надо действительно, соглашусь с Романом Владимировичем, очень активно людям подключиться. К сожалению, у нас есть отказы большого количества родителей. Нужно понимать, что в данной ситуации это очень важно. Михаил Развожаев обратил внимание, главное, чтобы в каждой школе была возможность сделать прививку. Он также отметил, что в сложившейся эпидобстановке родителям стоит более серьезно рассмотреть возможность вакцинации детей до наступления осенних каникул. Дети продолжают учиться до 31 числа. До 31 числа соответствующую кампанию по вакцинации школьников нужно закончить, Александр Андреевич. Возьмите на особый контроль. Понятно, если кто-то отказался, это его право как родителя, но с учетом, еще раз, пандемии, понятно, что надо разъяснительную работу продолжать.